чешская телевизия представляет сериал «Пацуки». Кажан Флориан. У далекой Моравии, посярод Валаского королевства, на невеликим сметнику каля Визовиц жили два пацуки. Годен и Губерт, это я. А с нами гипсовый карузлик Людвиг и Эдик, поддоследный пацук с Праги. Жили мы у ваутульных шуфлядах старой швейной машинки с видом на пылесос. Раніца была, як и все остатние, только Эдик был як на иголках. Як спалася, Годен? Добра, Губерт. Гей, вы его запырскали, знову у нас проблема. Вы зрабили пляму. А что это, Эдик? Что ты вымираешь? Я вымираю показники для космичных доследований. Яких доследований? Космичных. Идем. Мы на месте. И что мы тут будем робить? Что мы тут будем доследовать? Навуковая космичная программа. Сбудуем ракету. Готово. Космичная ракета. Нек яно шуміть. А для чаго гэта? Зараз жа перастаньце, гэта ж пульт кіравання. Яшчэ ракету запусціце. Што гэта на Людвічку? Скафандр. Людвічак паляціць у космас. Але ж ён не касманаўт і не лётае. У нас праблема. У нас жа няма інструктара палётаў. Ну, на гэта у нас ёсць спецыяліст, бачыш? Мышы з крыламі, трымайце мяне! Ніякая не мыш, а кажан, і завуць яго Флориан. Мы прыйшлі. Галіна? Флориан! Ну, во дзіва! Что это за кажан без крылов? Это Эдик. Поддоследный. Пацук с Праги. Я Флориан, и с мышами не сябрую. Флориан, у нас проблема. Нам потребны инструктор полетов. Инструктор полетов, кажешь? Ты б мог им быть, Флориан. Кто ж, як не я? Коли хочешь летать, будь бесстрашный хлопец. Я вось без заган, як любы кажан. Я хотя и без пёры, летаю просторы, быцам ураган, быцам ураган. Выдатно, лети за нами, Флориан. Только коли вы меня туды отвезете. Так сядай, друже. Уже лячу, хлопцы. Мы на месте, Флориан. Починаем в ученні. Так принесите мне что-нибудь, на чем зручно висеть. Чапляйся, Флориан.
Починаем в ученні. Де моя в учні? Або два тут. Видатно. Полетіть найлепші з вас. Настройтеся на серйозне в ученні. Спочатку розмінка. Старт. Усе, дітюки, але ж дорога у космос буде значно тяжейшей. Ну ось, як самоочування? Докладаю про ранення. У космос мусить лететь Людвиг. Нічого, Едичек, ти так само зорка. Людвиг у кабіну. П'ять, чотири, три, два, і один буде... Старт! У нас проблема. Ракета потерпела аварію. Ракета строскота. Флоріане, худшей! Ляті по Людвіка. Нічого не вийде, народ. Я не лятучий, боюся вишені. Коли хочеш навучить кого-небудь плавать, кинь його у воду. Ну що? Дякуй, хлопці. Лячу по Людвіка. От так. Ловіте. Здоров, Людвичек. Дякую, Флоріан. Флоріан, ти де? Отпочиваю після першої налятаної хвилини. У космос ми не долетіли, але навчили льотати Флоріана. Часом допомога сябру важніша за космічний польот. Добраноч. Пацуки зусім не хамяки, у нас і вигляд не абияки, апроч хвостов вусов і кіптяв ёсть, аж чатініная поусть. Прикрим в очі параю вушей, однось ляпи нас прыме за мышей. Мы, пацуки, каб гэта доказать, можам зубы показать.